Так, ребята, салют всем, а вот и новая серия на YouTube-канале Дальнобой 2001. Все, начинается у нас тут с зимушки и с Урала. Находимся мы с вами в Чепаркуль, выдвигаемся в сторону Самары. Встали пораньше, московское время 2 утра, местное 4. Спросите, куда в такую рань? Давай, 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 малышка. А я вам отвечу. Надо выбираться пока. Вот на механику, чтобы она не переключилась на всякий случай. Надо привыкать. Тут тоже уже зимний режим. Видите, тут горочка на выезде. Выползаем. Ой, я думаю, что так темно? О, другое дело. На стоянке, чтобы не слепить никого. Вот так вот перекручиваемся. Сейчас тут с дублера со старой дороги выскакиваем на основную. Ох, ребята, замело. Думал я сначала спать, пока не проснусь. Потом думаю, да с утра все такие же ребята, как я, проснутся. И будем мы чилить-вилить в горах. Там еще же этот прогноз погоды. Это немного обещающий. Все так же будет. Ну, ребята, как у нас тандем получается. Смотрите, прям как форсаж. Встречаемся тут на трассе. Сейчас в паре пойдем с Денисом. Идет от Денис, это ребята, дышу нету. Чего-чего? Интересно, ребята, у тебя на крыше нет, не выйдет никакая глыба. Да не, нету. Я же не сутки стоял. Сейчас проветрюсь быстренько. За ночь все равно, ну как за ночь, за 6 часов-то немножечко подмело снежка на крышу. Но это не тот снег, который, знаете, да, ты оставил машину на выходные, через 2 дня приходишь. Так, ты откуда еще полосы там видишь? Ну, смотрите, функция, конечно, удобная, но не всегда. Потому что я буду где-нибудь объезжать, она как начнет трещать. Так, ребята, обходим машинку. Подъем. Фаф, что-то подсел. Катывай уже его, друга. Сейчас этот Денис 35 тонн тащит кран. Немножко он, конечно, это тяжелее идет, но как немножко, почти в два раза. Поэтому помедленнее ползет. Нам вдвоем группироваться не получается. Все равно я уезжаю в подъемы. То смотрите, как погода переменчива. То едем снег, то дождь. В итоге вот вода. Но местами, смотрите, как прихватывает. Самое опасное. Вот это 0 градусов. Сейчас за температурой следить надо. Сейчас раз в низине едем, 0. Повыше подниматься начнем, в минус ударит и все. Поэтому дистанция и внимательней. Боже, прости да за этот век. Мы потеряли много человек. Скачу на родину, в родину. Еще мало что пройдено. Подарю смех, подарю всем. Подарю все, но падает свет. Хочешь оставить, остав след. Как бы спокоен, если муза нет. Море не дно, пойду берега. Вижу мечту, она далеко. Дополз я до стоянки. Какой-то с двух сторон по дорожке была. Заехал и лег спать. Утречко меня тут будет. Леха говорит, мы вот к Уфе подъезжаем. Ты где там? Я говорю, я тоже перед Уфой. В итоге сейчас на стоянке в Утепе встретимся. Баню сгоняем на дорожку и поедем. Разъедемся. Денис, короче, проскочил туда, до этого дотянул. Сергиевский трактир. Трактир Сергиевский, как он так вроде называется правильно.
душ, не душ, туда-сюда. Не знаю, мне что-то правда спать захотелось, я встал. Так, главное, видите, проскочили. Ребята, кто навстречу идет, тоже писали, говорит, началось там поток большой. Ползем по горам. Мы по красоте прошли. Так что Денису спасибо, что меня подтолкнул на этот шаг пораньше проскочить все. А то бы я сейчас только бы раскочегарился оттуда. Так, а вот мы уже и сворачиваем на УТЭП. Тут она стояночка. Я на нее, честно говоря, раньше никогда не заезжал. Она находится немножко от дороги. Как бы зашибись, тишина. Но вот Леха говорит, спать и постоянно, то она в баню, не баню заезжает. Удобно там. Сейчас заскочим, посмотрим. Классно, да, как под мостом, смотрите. Высоко. Вот они, две близняшки. Можно было справа встать, но там что-то Скания как-то стоит раскорячено, задом будет сдавать, друг не увидит. Так, встанем с Ивекой. Чтобы наверняка... Да, всех причастных с праздником. А я решил этот день начать с бани. Очиститься, так сказать, от всего. Все запотело. Увы, толком беда, цензура. Смотрите, какая баня. И мы уже сгоняли вообще бомбалейла. Че как, Леш? Здрасте. Заново родился? А? На человека стал похож, отмылся. Да. Все, руки покажи. Теперь все, в Мерседес можно пускать. В этот раз чистый. Друзья, вообще просто без кайф. Рода. Вот так вот и отпраздновали праздник, да? Сегодня что у нас? Последнее воскресенье октября. Да. День автомобилиста. Идем кушать. Сейчас кушаем. И все, и пути наши разбегаются. Леха в Якутию. Я в Якутию, да. А я в Самару. Вон, смотрите, какие ментоловые китайцы стоят, прикольно. Че тебе чуть-чуть? В Якутии чуть-чуть. Чуть-чуть еще, да. Подписывайтесь на мой инстаграм. Аккаунт, ссылка в шапке профиля, закрепленных комментариев. Интеграция прошла. Ставьте лайки, подписывайте комментарии. Сейчас мне напишут. Вот, реклама туда-сюда. Ладно, мы сейчас вот сюда в столовую. Короче, если что, стоянка называется УТЭП, она и по дорожной сети вроде как горит. Можно ночевать. Поэтому залетайте. Так. Виды такие себе. Зато далеко. Километра 2-3 от дороги, короче. И зато с кайфом. УТЭП забивайте. Все, вот такой у нас праздничный стол получился. Красота. После баньки самое то. Это у нас под лимонад. Местный достопримечательность. Короче, нам приятного аппетита. Сейчас поедем. Ну, ребята. Все. По кабинам. И дальше в путь. Все, погнали. Давайте, мужики, хорошей вам дороги. Поскорее возвращайтесь. Ну, ребята, что могу сказать? Все, эта стояночка мне в сердечко запала. Кормят вкусно. Баня бомба. Что еще надо? Дорогу, видите, тут сделали. В принципе, можно потихоньку ехать. Так, Лешенька, что там? А, лежак там полицейский. Потихонечку. Проползаем. Все. Погнали. Ребята. Сейчас им впереди еще 6000 километров. Давай, Лешенька, пока-пока. Скоро поедаемся. Новогодний, тудым-сюдым. Так, заезжаем на трактир. Что нам, 390 километров до места. Нам завтра выгрузится только и все, друзья. Можем с утра дать. Хоть тут зависит. А знаете, что еще? Папа у меня едет на Челябинск. Вот. Должен где-то, он, наверное, сейчас на границе. Татарстан, Башкирия. Скоро должен приехать. Поэтому сейчас встанем. Батьку еще дождемся. И вообще будет шикарно. Ребята, ждем батю. Уже подъезжает. Короче, я вам ситуацию расскажу. Интересно, часто вы встречаете таких братишек за рулем? Дальнобойных. Ребят, короче, смотрите. Вот видите, я стою.
к охране подошел, говорю, батя ко мне едет, там, что, как, место можно забронировать, чтобы рядом со мной никто не стал? Говорит, да, канистрочку что-нибудь поставь, чтобы люди видели, не вставали. Я такой, окей. В общем, достаю канистру, пакетик, кирпич, вот тут лежал, вот он лежит. Поставил все, зафиксировал, думаю, ну все, батя приедет, место ему будет как раз рядом. Сижу в машине, чилю, ничего не делаю, жду, слышу. Движок рядом начинает, ну, типа, подъезжать, такой, думаю, не понял. Отдвигаю, вот этот Volvo подъезжает прям на это место. Я в рацию говорю, дружище, говорю, канистра там стояла, говорю, место держу, отец должен подъехать. Он говорит, куда ты на канистру наехал? Он говорит, нет, я ее подвинул, встаю. Я говорю, слушай, ну место же, видишь, забронированная канистра. Он говорит, не, я думал, это просто типа так кто-то забыл. И на мою машину эту канистру подвинул, поставил. Я говорю, ну поставь, пожалуйста, говорю, вот этот скани, еще никого не было, рядышком местечко. И все. Отец должен подъехать, чтобы далеко не стоял. Он говорит, не, двигать не буду уже. Это он еще мотор не заглушил, это он еще вот в тот момент подъехал, я уже выскочил. Не, уже двигать не буду. Представляете, вот попадается, блин, и вот думаешь, что вот с ним делать, да, и что-то ругаться там, какие-то вот эти вот. И пожелала ему, говорю, вот, чтобы тебе такие же люди, как ты, попадались. И все, чтобы ты в этом мире тоже ощущал вот это вот конченое отношение между самими же водителями. Вот так вот настроение портится в один миг. Сейчас батя приедет, куда-нибудь поставим его. Думал тоже выехать, куда-то отъехать. Что вместе, ну тут уже, видите, какая движуха идет. Вот так вот попадается питерский контейнеровоз, блин. Ладно, что, друзья, бывает, бывает. И такое, что тут уж поделаешь. Сейчас, может, батя еще успеет, вот сюда встанет. На опасном грузе еще, смотрите-ка. Ездит. Так, ребята, все, батя подъехал. Припарковали его там в задние ряды, блин. Ну, Толя тут еще подъехал, давний мой друган с Уфы. Опа. Короче, это. Ну что, как тебе аппарат? Посолиднее будет? У тебя как дела? Живем, работаем. Ты тоже же автомобилист уже? Да, точно. Короче, вот так вот же сейчас пообщаемся. Потом с батей пойдем там. Покушаем, посидим. Да и отдыхать завтра с утра пораньше, как рванем до Самары. Все. Ребята, пошли мы. Че, мол, батя? Давно тебя не видели на канале. Пойдем, перекус. Ужин. Видишь, Бог дал на день водителя. Ну, а это день работника, да, автомобильного день транспорта. Автомобиль, да, все, короче. Все, кто там, такси, не макси. Вот такой вот, друзья, у нас стол получился. Отдыхаем потихонечку, сидим за батей. Вот и встретились. Как вовремя. Вовремя, да. Дождался. Дождался. А сколько ты долго ждал? Это никто. Ни один сын не будет, да, ты нормально. Спешить некуда. Поэтому... Так вот. Ладно, до утра, друзья. Все, ребят, посидели чуть. Толя тут с нами тоже посидел. Рассказывал бате, как это. В сторисах смотрит, плов кушаем. Говорит, все, плов хочу, аж попробовать. Плов, да. Батя подогнал от плова. Объяснил, как разогреть правильно. Все, затестит сейчас. Все, будем отдыхать. Ой, капелька на камеру попала. Ладно, друзья, доброй ночи нам. Сейчас тоже тут не начали шуметь. Потом батя заценит, где-нибудь будем стоять. Спокойно, что тут дверями не хлопать рядом с машинами. Немножко наши планы обломались, так мы рядом стояли, но все, что не делается, то ладно. Все, погнали. Доброе утро у нас тут на дворе. 4 утра по-московски, 6 по-местному. Выдвигаемся потихонечку задом, с ряда. Сейчас выскакиваю на пятерку и в сторону Самары. Смотрите, тут тоже ремонты полным ходом, местами и двухполоска, трехполоска. В целом дорога неплохая. Сейчас уже октябрьский будет. Точнее, смотрите-ка, ребята, я немножечко оговорился.
мы еще цепляем Татарстан. Все, с Башкирии выехали. Здравствуй, Татарстан. А, то есть у нас сейчас время московское на минуточку, да? Сейчас заедем в Самару, и опять у нас будет часик вперед. Видите, как вам мы в часовом пространстве едем. Вот, ребята, и Оренбургскую область мы, оказывается, зацепляем по этой дороге. Смотрите-ка, снежочек, тут уже не дождик. Тут уже у нас все по-взрослому. Потихонечку едем. Отключилась система автоторможения, потому что после моего последнего ролика многие ребята написали, что она тут бывает некорректно работает, увидит какой-нибудь отбойник и, короче, сама может вкала оттормозиться, что-нибудь ей там помешает. Короче, в такую погоду отключаю я его, скользкую. Да, ребята, снова эти удобства у нас. Смотрите-ка, и навигатор сюда выведен. Сейчас нам, короче, по кругу налево, на Ракитовское. Ух ты, Камазеро вы видели, да? Что творит? Самарский, суровый, камазный движ. Ах да, ребята, кстати, вышел человек, который вывел кубики на связь. Увидел в ролике себя, весь как, ну, как розыгрыш происходил. Короче, все красота. Как вы помните, он находится у нас в Тольятти. А мы будем с вами проезжать Тольятти. Вот списали с ним в Телеграме. Он, конечно, в 2 часа на работу, ему на автовазе он работает. Но я, если что, где-нибудь там на заправке тормозну эти кубики, чтобы ему передали. Немножко, конечно, не сложилось, но все же без всяких почтовых дел. Как заберет, мне скинет фотку, вам все тоже вставлю. Короче, вот так вот. Видите, как нам все по маслу подмастило. Если бы еще встретились, вообще было бы прям сказку. Так что, Серега, тебе пламенный привет. Право нам, ведь нам немножко не свезло. Стрелка зеленая, но ребята тут стоят. В общем, на Олимпийская улица. И по ней нам прямо, видите, какую пробку можно засадиться. Но мы в нее нет. Как-то вот лучше раз-раз-раз-два и приедем. Ну, благо там впереди нас КамАЗик Шаланда идет, как успокаивает. Здесь по трамвайным путям, по односторонке. Но в целом ничего такого критичного не было. Потихонечку едем. Пятерочка. Все как и везде. А вот у нас и мостик, 4,5, благо. Так, сколько мы путей сегодня проехали? Так. Тихонечку. Опа. Пролезли. Так, ребята, вот этот мост мы, получается, проезжаем, я как понял. Мы потом разворачиваемся и на дублер. И там паркуемся, звоним. Мол, так и так мы приехали, нас там выйдут встречать. Да, друзья, как я такую движуху не люблю. Короче, в чем суть? Звоню, сейчас номер не берет, занят. Да, звонит, говорит, она отошла, как вернется, вам перезвонит. А через сколько она вернется, что вернется, непонятно. Да и еще и далее она не объяснила, типа, говорит, перед мостом, и все, и как бы вот тут вставайте вдоль забора. Какого забора? Чего? Сейчас я боюсь, что дальше уеду, а там не развернусь. Поэтому тут пока стоим, ждем каких-нибудь известий. Конечно, женщины, которые новогрузки тебя встречают, я имею в виду там, контактный телефон, это вообще что-то с чем-то. Ну, там, езжайте вдоль моста, после зеленого забора останавливайтесь там где-нибудь, чтобы никому не мешать. Там КПП будет. Какой зеленый забор? Кто дальтоник, я или она? Короче, я там встал, где было. Возможно, это и то под знак. Идем пешком, посмотрим. Куда? Сюда, не сюда. Я не удивлюсь, если имели в виду вот этот зеленый забор. А может, она тот имела. Короче,
Мне больше вот это название нравится. Кулинария. Хот-столовка. Пойдем сходим. Может, что прикупим? Хотя там все вроде пустые. Полки. Да, закрыто. Ладно, обломался. А, друзья, зеленый забор — это вот та, походу, помойка была. Я сейчас позвонил. Я говорю, там я на дороге стою. Все, приходите. Потом уже разбирайтесь, куда мне ехать. Она говорит, ну да, не заезжайте, потому что, скорее всего, может быть, не на эту проходную. Представьте. Вот так все просто у них. Ну вот некоторые не догоняют, что даже, что ты на фуре едешь, что тебе тут никак на легковой заехал, развернулся, уехал. Ладно, все, стоим, ждем. Друзья, смотрите, самарские ребята тут подлетели на приориках. АвтоВАЗ, все дела. Вот, пацаны, пахучки получили. Сейчас фоткаемся туда-сюда. Вечером, может, еще прокатимся. Посуетим. Не, нормально. Я лежу, аж вскочил, такие, свист. Тормозу. Короче, так. Так, ребята, так, Санек. Руслан, все, пацаны. Говорит, хоть внутри посидеть, посмотреть, что да как думают в эту профессию. Лезть, не лезть. Ну, желание есть, да? Бешеное. Ну, а что, вот мониторы, видишь, он как все в легковом. Все то же самое тут. Ну, вот в том, это Мерседес сидел, допустим, как у тебя было, то вот я делал, ну, салон, честно говоря, то. А у него что, типа, вот обычные эти приборы? А у тебя были, прям как у тебя были. А, планшет? А, тот МП. Да. Прошлый кузов, все, понял. Как у меня было, короче. Батя, видите, тоже дальнобойщик, поэтому тянется. Ну что, тренировка вас тут не гоняет? Нет, мы сами гоняем. Да? Ну, красавчики, красавчики. Короче, вот так вот, я сейчас выгружусь, посмотрим, тормозну здесь, может, с ребятами немножко заценим город. И как раз Самару увидите на таких оперских движениях. Короче, вот так вот. Пацаны навестили. А, сейчас фотка будет. Пойдем конкретный фотик сделаем. Посмотрите-ка, стою. И тут вот такие машинки, большая ширина. КамАЗик. Не габарит. Тягает, смотрите-ка. Что-то такое. Прям конкретно широкий он, да? По городу такой тоска. Время уже практически 3 часа дня. И никаких движений нет. Звоню туда, то у них там пропуск зависла программа, то все. Всем, кому можно, сказал. В итоге я вроде как правильно стою, они все поняли, где я стою. Говорят, стойте, к вам подойдут. Короче, вот стоим и ждем до сих пор. Ребята, наконец-таки движения начались. Время 3:30 местное. Пришел человек, забрал документы, забрал паспорт. Говорит, езжай он туда под мост, потом сразу будет направо поворот. И 500 метров прямо, там КПП кирпичный увидишь. Там паркуйся, сдавай туда всю электронику, видеорегистраторы, наушники, там телефон, все отдаешь и ждешь, команды тебя запустят. Как я не люблю эти вот моменты, прям вообще, все это сдаешь, чего там оставляешь, кому. Сейчас посмотрим, что там будет. Вообще, поехали. Так, ребята, под мостом и направо. Так, стоп у нас тут, справа чисто, слева чисто, погнали. Ну и выгрузка у нас не суперская, благо лишь бы правильно ехали мы. Я думаю, другой дороги нету, ну хотя, видите, бетоном проложено, что нет, едешь и едешь. А, друзья, короче, те еще они объясняли. Благо тут развернуться есть, я вон там КПП, я мимо его проехал. Сказал бы, КПП из белого кирпича, там встанешь. Он мне как сказал, езжай туда 500 метров, там будет КПП, встанешь, я, это, сдашь все электроники, я тебе махну, заедешь. Но я логически думал, что я в него так упрусь, чтобы я его видел, что он махнет. А как он тут махнет, если ему с территории нельзя будет выйти? Все оперативно, быстренько меня выгрузили. Вот тут яму аккуратненько проезжаем. Все окей, выгрузили. Электронику все вернули, все в целости, сохранности.
Ну что, нормально, точка за часик выгрузили. В чем проблема была? Ну, как предприятие серьезное, из-за этого пропуски там подписывать у многих важных людей. Вот, и поэтому пока там бегали, собирали все подписи, в итоге вот к вечеру собрали и оперативно выгрузили. Зато. Так что ладно, поехали, сейчас выскочим отсюда. Сейчас мы там заедем в магазинчик туда-сюда, с пацанами еще раз увидимся. А, позвонил я на погрузку в Жигулевск. Завтра после обеда меня там ждут, представляете, время моря. Так, человек. Оп, там машина едет. Ждем. Невасик проскочит сейчас. И поехали. Так вот, завтра в обед ждут. С победителем тоже списался. Он сегодня до часу, я вам говорил, до ночи. Может быть, я тут останусь ночевать, а завтра утром поеду. И как раз-таки... Ну и как раз-таки пересекемся вживую, конечно, хотелось бы отдать кубики. Ребята, представляете, меня еще на выгрузке узнали. Не по машине, говорит, лицо у тебя знакомое, YouTube не снимаешь. Ой, снимаю, но не сейчас. Ну, я имею в виду, не на территории. В итоге все окей. Были ребята приятно удивлены. Говорит, ничего себе, новая машина. Еще не привыкли к этой. Так что вот так вот. Сейчас тут прям недалеко. Точку мне скинули, где можно нормально встать. Магазин, не магазин, все дела. Сделать. Видите, друзья, час пик, 5 часов местного времени, поэтому дергаться не будем. Переждем, а уже по ночи доедем до стояночки. Короче, такая суета тут городская. Так, сейчас местечко будем найти. Вон нас уже встречает наш цвет портвейн называется, по-моему, да? Так, это что, пешеходы запутались? Сюда заедем. Чайхана, все дела, все как положено. Вечерний ужин, чаще шашлык принесут. Полный расколбас. Ждем, как пробки рассосутся, и буду выбираться на стоянку. Чаще в магазин пойдем. Все такие дела. Всем самарским пламенный привет. Не отпускает, тут еще Паша подъехал, в потоке узнал, говорит, вот свои стоят. Тоже, короче, работает. Встретились. Короче, вот так. Самара сегодня день встреч. Ребята, кстати, по поводу лобового. Понимаю вас прекрасно, что он тоже там мозолит глаза. В общем, на базу сообщил. Тоже сейчас посмотрим по каске. Может, поменяют, если лобовое в крайняк. Ну, тоже жалко, целое, но можно полирнуть там на базе. И машинка у нас есть же полировочная. И порошок. Попробую так это исправить. Потому что все равно за 400 тысяч пробега, блин. Классно, что она целая. Ну, она еще в чем плюс, что высоко, считай, лобовой находится, сюда камни не долетают. Когда вот низкая машина, тогда да. А все в основном они в капот летят, сколы, если такие есть. Ух ты, что это там едет нам этот, какой-то китаец, да, я думал, Мерседес так горит, значок. Ребята, знаете, что еще не все так уж и потеряно. В нашей профессии все равно остались еще люди, то есть старые закалки, которым, так сказать, понятия передались, что надо помогать друг другу. В общем, тоже брат попал там в ситуацию неприятную на дороге в Орске. Ну так вот, тоже коллега на скане не габарите помог. Так что Роману из Санкт-Петербурга пламенный привет. Спасибо тебе, дружище, что вот в такую трудную минуту оказался рядом и помог, так сказать, вытянуть. Понятное дело, не у всех там есть такая возможность, но, блин, когда есть свободное времечко, чего бы нет, там, инструментом помочь туда-сюда, это все же вам и возместится. Тоже у брата там среднего ситуация была, там, во Владимирских губерниях тоже поломался, тоже человек сам остановился, дождь, слякоть, там, что-то подсобил, посветил, помогли, сделали и дальше поехали. Даже не надо было просить. Поэтому респект вам, мужики. Смотрите видео, спасибо вам. Прямо это душу греет, такие вот моменты, что не все потеряно. Тоже себя помню, тоже какие-то моменты были, ребята помогали, там на стекловозе у меня с колесами проблема была туда-сюда. Да и я и сам тоже, когда есть возможность, всегда помогаю. Так, ребята, заезжаем на Зеленовку. Других у нас вариантов нету. Надеюсь, будет
места парканулся. Что тут есть у нас? Разбойная полоса, да? Да вот прям на первый паркинг встаем отсюда. И все. Что там? Охранник, наверное. Сейчас куда-нибудь в краешек, но... Да, ребят, стояночка. Нет, еще там дедушка сфоткает номер. Яма большие. Сейчас мы туда прям с Магнумом впередом заедем. И все. А утром уже разъедемся. Утро доброе, проснулись. Отоспались. Выдвигаемся, в общем, с победителем списался. В 11 часов договорились там на Лукойла. Перед этим Тольятти. Встретимся. Короче, потихонечку сейчас выдвигаемся. Пойдем машину обойдем, посмотрим, как нам лучше извиваться, чтобы в ямы больше не попадать. Да, друзья, на утро смотришь там на светлые вообще, конечно, здесь всякие там столбы срезаны, и арматуры есть. Короче, жесть. От безысходности приходится тут парковаться. Их вариантов-то нету. Так, вон они столбы, я их запомнил, где они там что. Сейчас вот так вот подглядим назад. Отзывы не врут. Потихонечку выезжаем, благо тут разгонная как бы полоса есть. Так. Все, потихонечку разгоняемся, нас пропускает. Спасибо. Мчим на Лукойл. Тольятти. Всем привет, кто отсюда смотрит. Так, вот он Лукойл. Вон Нева стоит заветная. Сейчас поедем. Блин, справа не получится. Давай вот тут прижмем сюда. Там вот так встанем, чтобы колонку не занимать. Все, победитель! Держи-ка, сейчас поздороваемся. Опа! Здорово. Видишь, как получилось красиво? Здрасте! Все, по красоте вручили. Кубики. Кубики на месте. Сейчас Вон какая Нева заряженная. Вот это супер! Вот это вовремя! Как надо, как положено. Все, красота! Это смотрите, как кубики все вписались. Нева конкретная, ухоженная. А? Красота какая! Тольяттинские партизаны. Ну все, всем партизанам тольяттинским пламенный привет. Это получается оффроуд, да, короче, по грязи? Огонь машина. Прям... Кайф, что вот такие руки попали, кубики. Человек будет ценить. С кайфом, просто заряженная. Невасик. Ну вот так вот, друзья. Так что ждите, скоро еще какой-нибудь конкурс организуем. Ребята, победитель доволен. Все, кубики остались в Тольятти. Блин, классно, вот просто. Как так можно загадать, да, чтобы все вообще так по красоте получилось? Считай, через серию мы их отдали. Ой. Ну что, двигаемся дальше, скоро 100 тысяч подписчиков, вот там уже будут конкретные подарочки, что-нибудь замутим. Уже дата такая прям красивая. Самогонный аппарат по-любому будет, потому что я уже когда-то сказал это. И что-нибудь еще там замутим, какой-нибудь розыгрыш. По красоте. Ладно, поехали. В этот, тудым-сюдым. На погрузку туда встанем, зарегаемся и будем ждать. Конечно, братва, я всей ситуации не знаю. Он стоит на выезде с Лукойла на разгонке и намывает КамАЗ. Что случилось, не пойму я. Что там, пустишь, не пустишь? Шневасик. Ладно, спешить нам некуда, давай дождемся уже спокойно. Сейчас как вот в это окошко поедем. Тут уже подвинутся, второй ряд свободный. Блин, дверь тут открыта. Так, все, сейчас проскакиваем. Перегорел, я вам говорил, да, вот этот поворотничек.
Ну, сейчас как раз будет времечко заняться этим. А, смотрите-ка, все, Тольятти проезжаем сейчас, ГС. Там на Жигулевск вроде как адрес по заявке один дан. В итоге, говорят, там заезд через другой КПП. Скинули тоже адрес, что привел. Стоять вроде как езди. Значит, еду, я увидел Татнефть. И думаю, дай-ка я лучше сразу заправлюсь. По 58 вообще здесь она. Пистолет длинный. Говорит, на 8000 отключается, дали вот такую ручку. Ну, чтобы пистолет обратно не вытягивать. Хорошая заправка, короче. Заботится о комфорте. Все, сейчас капнем до полного. И дальше в путь. Сейчас, друзья, все крупинки отсюда выдал пистолетом. Сейчас еще раз пройдусь воздухом. Вжик-вжик. И все, и пусть будет чистенькое стоит. Профилактику прошла. Ну, кто помнит, в прошлой серии я снял их. Пистолет мне попался такой, который выплевывал. Не хотел солярку заправлять. Ребята, третий заход уже заливается. Сейчас, оказывается, брат у меня с Орска возвращается. На стекловозе пустом на Москву. Сейчас заскочу, наверное, на заправку ко мне сюда. Посмотрите, кофеечек с молоком. Ко мне поджался, чтобы ту колонку мог кто-нибудь встать, если надо. Ну, сейчас повидаемся заодно. Стекловозные движения. Два. О, гранат-бомба, честно говоря. Просто смак. Тут по 140 литров этот капает пистолет, отстреливает. Такими маленькими шажочками. Левый бак уже заправил, сейчас правый остался. Ждать тебя у меня смысла нету, потому что пока меня загрузят, то сюда езжай потихоньку. После обеда меня только поставят. Все. Такие дела. Хоть пересеклись так. Короче, вот так. Чё тебе стекловозные движения? Все по-старому? Ничего нового? Ну, что тут будет нового? Все по-старому даже. Даже сказать нечего, все так же потихонечку двигается, стекло водится. Заправился, 735 литров. Что там, брат, подгоны? О, спасибо. Давай, что засниму, как уезжаешь. Вот такая вот жизнь дальнобойная, да, с родственниками. Видишься близкими, дороги. На 5 минут и дальше поехали. Так что, молодежь, вот, учтите этот момент тоже. Но привыкаешь к всему. Не сказать, что это как-то скребет душу. Классно, когда все в одной профессии. Все туда. Давай, Сидрак, пропущу тебя. Газуй. Все прошли. А, он тянет сцепку, видели аварийную. Поэтому не смог сильно прижаться. Левый ряд закрыт, крестик горел. Вот, ребята, и красоты, смотрите, какие открываются. Теперь кабина повыше, все видно. Оп, немножечко тут подтаявший асфальт, как плавленое масло. Точнее, не масло, а сыр. Но ничего. Красиво? Красиво, не поспоришь. Словно кони нас несут вперед года. Стало меньше тех, кто рядом до конца. Не беда. Не беда. За грехи судить чужие не берусь. Там, где честь забыли, больше не вернусь. Хоть один, но прорвусь. А гитара, ты мне песню громче пой. Мы навек уже повязаны судьбой.
Ну а мы с тобой, братишка, посиди, обо всем, что есть на сердце, помолчи. А гитара... Братишка, какой кайф, да, так вместе свести нас, блядь. Да, конечно. Я вот с Баки встретился тоже душевно. Ты загрузишься, что там, когда, я не знаю, ну, может быть, ты куда, на что идешь? На Рафаминск. Я просто не знаю, я, наверное, до конца не пойду. Ну да, смотри, как идет у тебя дорога, так, если что, я тебя догоню. Может, сейчас быстро все пойдет. Может, сейчас сразу сходу загрузит, если что, тебе наберу. А, давай, я в душ заеду еще, по-любому. Я приложение не замерзайку берешь ты? Не знаю, подключено у нас нет. У нас вам на базе ее прям выдают вдоволь. Нет, а ты просто нажми на эту дорожную сеть приложение, там омывайк, и он тебе покажет, есть у тебя или нету. Понял, понял, попробую. Так, все, погнали. Все, давай, брат, связь. Давай, на связь. Поехали. Вот сюда нам. Так, ну, будем надеяться, может, сейчас нас как оперативно загрузит, и мы просто с вами как жунганем отсюда и с братом поедем веселее. По красоте будет. Так. Доброго дня. А, не, доброе утро. Оля. Оля, доброе утро. Видите, кто-то отправил. Олег, да это блогер, по-моему, был, который ты говорил. Кто-то узнал на рации. Короче, это, доброе утро, Оля. Видите, кто-то там романтик заморочился. На дорожку сделал. Своей малой. Так, ребята, смотрите-ка. Задвигаемся мы вот сюда. Уже к месту погрузки. Вот ребята все стоят. Ну, сейчас тоже парканемся и пойдем зарегаемся. Разберемся, что да как станет ясно, зависалово, провисалово или уедем. Ну, на первый взгляд машины стоят, поэтому я думаю, мы тоже будем стоять. Это не все потеряно, прикиньте, говорит, заезжай внутрь, сейчас, может быть, мы с вами быстренько и уедем. Сейчас посмотрим, смотрите, погода разыгрывается, небо голубое. Охранники сказали не пить, не курить, быстро не ездить, матом не ругаться. Ну, вот так хорошо. Этого мы придерживаемся, в принципе. Ну, запустили на территорию без проблем. Охранник объяснил, куда ехать. Знаете что, друзья? Говорит, там машина есть, так что, скорее всего, будешь ждать. Ну, ладно, будь что будет. Главное, мы это знаем, но хотя бы предупреждали об этом, а не так, что ты настраиваешься, приезжаешь и стоишь, ждешь. Так что все будет нормально. Значит, сказали, позвонила, после обеда придут, загрузят ну, туда ворота, вроде через крышу. Ну, хоть что-то радует. Так, что у нас? Завтрак диетолога, йогурт, актимелька, да и все. И хорошее сегодня. Ну, не на сегодня, вечером. После обеда уж покушаем нормально. Еще первое, второе, как положено. Все, ждем, чилим, домонтируем серию. И вот так вот. Погода разыгралась, хоть это радует. В общем, подошел человек, который на связи был, и он сказал, типа, еще пару часов стоять, пока тебе груз подготовят туда-сюда. В общем, стой, чиль, жди. Вот так вот выдался денечек наш. Ладно, ждем, вообще как позовут, загрузимся. Ребята, 2 часа прошло, погода уже поменялась. Я уже что-то и покемарить успел, и помонтировать. Ладно, ролик тут уже 40 минут плюс вышел. На этой ноте его закончим. Ждите продолжения. Расскажу, что и как тут будет дальше. Уже в следующей серии. Поэтому спасибо вам большое за просмотр, за лайки, комментарии, подписки в Телеграм и ВКонтакте. Все, везде двигаемся. От души вам, друзья, комментарии все вижу, все читают. Движемся дальше. Все, пока-пока всем.
Yeah.